Я представляю государственно-автономное образовательное профессиональное учреждение Якутский автодорожный техникум. Но сегодня мы проводим мероприятие, посвященное 60-летию легендарного автомобиля ГАЗ-21 «Волга». Да? Первый выпуск автомобилей начался 10 октября 1956 года. И вот с тех пор прошло 60 лет этой знаменитой модели «Волги», которой мы посвящаем сегодняшнее мероприятие. Да? Основная задача нашего мероприятия – это приобщение наших горожан культурному, техническому наследию нашей страны. И сегодня мы пригласили коллекционеров, реставраторов ретро-автомобилей для того, чтобы показать, насколько уникальный и знаменит был автомобиль ГАЗ-21. Сегодня представлены около 10 автомобилей. И сегодня мы даем возможность каждому горожанину прикоснуться к эпохе СССР, увидеть, насколько красиво, уникально и проста в эксплуатации эта модель автомобиля ГАЗ-21. Инициатором данного мероприятия выступила наша организация «Якутский автодорожный техникум» и клуб любителей ретро-автомобилей «All Times». Сегодня мы хотим еще в рамках этого мероприятия выбрать лучший автомобиль, который был бы близок к оригиналу автомобиля ГАЗ-21, да? Но мы решили дать возможность каждому выбрать этот автомобиль, поэтому желающие могут оторвать листок с номером автомобиля и бросить в ящик для голосования. Вот таким образом мы как бы сегодня отмечаем день рождения легендарного автомобиля ГАЗ-21 «Волга». Это Сокольский Андрей. Я представляю автомобильный клуб «Олтаймерс» Якутск. Это автоклуб ретро-направленности. У нас в составе 12 человек, 12 ретро-автомобилей. В нашем составе сегодня выступают две машины ГАЗ-21 на мероприятии, посвященном юбилею этой легендарной советской машины. Вот наши две машины 64 года и 67 года выпуска. Вот. 21-я «Волга» – это машина мечта советских людей, и благодаря вот ее статусу желанной машины и также очень крепкой, долговечно построенной конструкции, множество ГАЗ-21 сегодня до сих пор на ходу. Как вы можете видеть на нашем мероприятии, для небольшого города мы смогли собрать 8 автомобилей. На самом деле их еще больше. То есть этим подтверждается статус ГАЗ-21 как машины очень долговечной и любимой народом. Машина символизирует лучшую эпоху для СССР, вызывает самые теплые ностальгические чувства у советских граждан. Как вы можете видеть сейчас, люди по-прежнему их любят, вызывают огромное внимание. Да, «Олтаймерс» – это клуб, автомотоклуб. У нас в составе, помимо автомобилей, есть также ретро-мотоциклы. Вообще, среди автоклубов мы представляем направленность по не восстановлению в полный оригинал. Мы приветствуем небольшие технические изменения, визуальные изменения, которые относятся строго к периоду существования этих автомобилей. То есть, например, если хочется покрасить автомобиль в модные цвета, например, 60-х, 70-х годов, мы это поощряем. Какие-то аксессуары, тюнинг автомобилей, мы вот
поощряем тот, который был как раз в ходу на автомобиле тех лет. Наша направленность – это автомобили с изюминкой, выделяющиеся из серой толпы. Клуб «Олдтаймерс» проводит всегда так называемые покатушки, круизы по центру города Якутска. Обычно летними вечерами можно всегда к нам подойти. Мы также есть в интернете, страничка ВКонтакте, канал на Ютубе. Вы любите ретро-автомобили, потому что они именно такие, какие есть. Хотите их преобразить, внести правильные переделки, гармонирующие с машиной. Вам всегда открыты двери, мы будем вам рады. Долгожданный момент. Именной кубок победителя вручается диплом Шарипову Олегу Фадовичу. Участнику под номером 2.